получилось. Что теперь? Они три косаря, им за как госучреждение за ложный вызов будут платить. И что они делают будут? Позвоните, пусть спустится кто-то из руководства сюда. Почему граждане обязаны, должны в очередной раз со скрипом отстаивать свои права? А вот и все. Вот весь Роспотребнадзор подслушивает за дверями. А почему? Чем это регламентировано? Было бы нельзя, была бы военизированная охрана. Космос у нас тут. Здравствуйте. Что случилось? Что теперь? Они три косаря, им за как госучреждение за ложный вызов будут платить. И что они делают будут? А что за канал? Ну, канал не важный, я думал, какой. Нет, с какой целью? Канал вот потребителей. Смотрите, что, канал, какой канал? Сейчас, послушайте, объясняю. Секунду, вот вы пришли, да, вы сейчас спросили, что за канал? Ну, например, если это вдруг канал, если люди, например, журналисты, то вне зависимости от того, какой именно это канал, у них будет право на видеофиксацию. Ну, конечно, у вас есть право. Поэтому какой канал, я не думаю, что это важно в данной ситуации. Вот что она от вас хочет, я не совсем понимаю. То, что она утверждает, что ведете видеосъемку. Даже граждане имеют право вести видеосъемку. Совершенно открыто делают видеосъемку. Кем она санкционирована? А что произошло-то? Я купил детскую просрочку в магазине, детская просрочка почти на год. Пришел. Вы просили представителей позвать сюда или нас туда пропустить? Чтобы написать заявление, да, чтобы приняли у меня сам объект совершения преступления и чек. Сотрудники Роспотребнадзора, у меня есть видео, где крышуют детскую просрочку. И только при том под названием «Перекресток», то есть это другой территориальный отдел, мы приехали сюда жалобу оставить. И вот вместо того, чтобы принять у нас жалобу, чтобы позвать нам кого-то для того, чтобы, например, разъяснили, как подается, могут ли здесь принять. Они вызвали. Она говорит, что мы вызываем полицию. Так а что вы, девушка, не можете представителя вызвать? Ну, я человек. Сказал, что нужно заявление в ящик. У нас принимается заявление. Какое заявление в ящик? Они сами обязаны принять в устной форме заявление. Подождите, у меня объект вот на руках. Совершение преступления по 238 статье. Нет, в данный момент административного правонарушения нету, правильно? Она не знает, она думает, что есть, она поэтому позвонила. Вызовите представителя, пусть пообщаются с людьми. Нам приемы не нужны. А нам это интересно? Пусть на улицу выйдет, пообщается. Позвоните, пусть спустится кто-то из руководства сюда. Почему граждане обязаны, должны в очередной раз со скрипом отстаивать свои права? Вы же для этого зарплату получаете. А у нас из-за таких, как ты, здесь сидящих, которые вот еще Росгвардию от своих прямых обязанностей отвлекают на ровном месте. В стране бюрократия. Из-за таких, как ты, страна в жопу катится. А как не ругаться, если меня это возмущает? За отсутствие маски штрафуют. А почему бы ее бы не оштрафовать? Девочки, а? За то, за бездействие. Забыла дать покупательнице. По уголовной статье. 40 тысяч штраф. Они-то это дело за мной. А другая будет Никодимовна крышевать детскую просрочку. Ей в руки дают при проверке магазина детскую просрочку. Она говорит, отдайте ее магазину, скажите, больше так не делать. Она проверяла этот магазин в этот момент. А всякого рода гниды, занимая должность сторожа какого-то, еще будут нас не пускать туда. Это что за ботва получается? Причем за наши налоги все это существует здесь. Господа, давайте ей ложный вызов. Мы порядок общественный не нарушали, у нас есть видео. Вот адекватные попались представители Росгвардии. Вот я даже за то, что вот такие адекватные люди просто к нам настанет возможность в такой момент. Подтянулись и к чертовой бабушке вот такие помойки, которые крышуют тухлопритоны, просто разнесли за свою семью, за своих детей, за эту страну, которую они любят, которой всю жизнь посвятили. Чтобы такие преступники не занимались крышеванием. Я не хочу, спасибо. Да я вам не предлагаю съесть, это я, ну что? Смотрите. Целый год просрочено. Изготовлено 3-го, 11-го, 19-го года. 3-го, 11-го, 20-го. Сейчас представляете, как они опускаются на глазах граждан? Особенно Санкт-Петербурга. Да вообще позорники. Ладно, позорники там по Приморскому району отдел. Но чтобы управление по Санкт-Петербургу оказалось еще более конченными позорниками. Вот я лично такого не ожидал. Причем, заметьте, вас бы, они сейчас вот, если бы вы сейчас были бы не по форме, да, они бы сейчас за маску оформили бы, быстренько. За то, что у нас должным образом не надето. А их бы это не волновало. Оформляйте совершенно. Ложный вызов. Снимать мы право имеем. Пусть платит, а он говорит, не имеете.
А она законодательный орган, наверное. Ты родственница Винни-Пуха, что ли, в голове опилки? Девушка, пригласите уже сюда кого-нибудь. Ничего противоправного не делали. Кнопка. Или вас все опозорились там? Да, да, абсолютно зря. Телефон-то для граждан, но телефон для нее. Когда ты ее купил, скажи? Месяц назад. Какая дата производства там сейчас? 19, а вот. Нет, ты сюда нам озвучишь со зрителями. 3-11-19 года. 3-11-19 года. У них год срок годности. 3-11-20 у нее истек срок годности. Это продают детям. Нафига они нужны, как-то, если даже не могут? Вот. Саша, за маски штрафовать. Ну как, нафига они нужны? Девушка, а вы... Зарплату просто так получать они нужны, Саш, зачем они нужны? Ну они что? Это от вопроса мне прозвучал неверно, я так понимаю. Что? Я не хочу, но мы не вызывали. Я тоже не вызывал. Мы же не будем здесь весь день стоять. Дальше, пожалуйста, проводите опрос. А кто вызвал? Говорят, что какая-то бабушка. Извини, кто вас вызывал на лет? Женщина? Вы вызывали? Снимают незаконно, и никто разрешения не давал. Вы говорите правду уже, конце-то концов, хватит врать уже, а? Никто не давал разрешения. Для чего мы сюда пришли? Говорите правду. А вы еще сюда пришли? А для чего в Роспотребнадзор приходит? Я не знаю. Что... Жалобу подать. Да, по факту. По факту? Реализация детского просроченного питания на целый год. Это раз. На бездействие Роспотребнадзора. По факту того, что одна из сотрудниц одного из районов территориального Роспотребнадзора крышует перекресток. Да. Они обязаны это знать. Мы обязаны им донести. У нас есть видеофиксация. Чего? В том, что представитель Роспотребнадзора Приморского района бездействовал при обращении граждан. И вы хотите подать жалобу? Конечно. Чтобы они разобрались с этим. Mm-hmm. Она что-то в окно за нами подглядывала, как ребята, вот ребята журналисты, как ребята с камерами стоят. Они бездействуют сейчас. А у вас есть кто лицо тут должен остановить? Да. А вот и все. Вот, что-то. Вот весь Роспотребнадзор вот, подслушивается дверями. А почему? Чем это регламентировано? Было бы нельзя, была бы военизированная охрана. Это же не стратегический объект. У нас же страна не на военном положении. А вы активисты, да, как я понимаю? Мы журналисты. У нас есть соответствующие редакционные задания. Кроме того, мы обязаны обратиться в Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор бездействует, вот кому я это должен, то мы обязаны приехать в центральное управление на прием. А здесь какая-то сторожиха, она не представилась, но, как я понимаю, это сторож, бабушка. Кому вот это, или вахтерша. Она нас даже не вот пускает. Она, кроме того, никому не позвонила, чтобы к нам сюда хотя бы вышли. И зачем-то стала вызывать, совершать ложные вызовы полиции, Росгвардии. Да у людей вообще, в принципе, уже давно скопились вопросы, почему Роспотребнадзор бездействует. Накройте, пожалуйста, мне. Женщина. 19.3 в отдел ее. Не открывай. Вот. Вот сейчас что происходит? Вот он представитель МВД. Откройте мне, его открывают. Мы представители СМИ. Власти. Мы тоже представители власти, как представители СМИ. Да. Мы также являемся многонациональным народом. Народ, власть в этой стране. Она мне открывает. Это офигеть. Это как так? Ты знаешь, как называется? Бабуля, на борделу это называется. Профессиональной деятельности журналиста. Вот как это называется. Она ушла, это провожает. Я не знаю, кто тут занимается. Она явно занимается. Да вода бы эту покажите. Ситуация в том, что люди пришли по лесу. Я прошу. Я понял. А женщина, я не знаю, она вызывала, что она боится? Вызвала к ответственное лицо, там, начальник лицо. Вот позвонил, вот я позвонил секретарю. Не знаю, кто чего. Кто должен? Тормоз, они журналисты, чтобы осуществлять видеосъемку. Алло, а здесь, майор. Спускайся сюда к нам.
С Александром Маркиным вы разговариваете, засели у себя вы в этой конуре. Так давно, давно подняться надо было пригласить. Пожалуйста, поднимайте, говорит, а куда? Так а нас не пускали, пытаются их выгнать. А, ну давайте, поднимусь. А как пройти-то? Нас не пускает вот эта в очках женщина. Она слышит, может быть, по второй параллельной трубке, нет? Она трубку плохо держит. А, так я не майор. Так я Маркин Александр, этот, который вот к вам пришел сегодня. Вы думали, вы с ментом сейчас разговариваете? Нет, я Александр Маркин, который пришел сегодня в управление Роспотребнадзор. Так этот вопрос и должна была задать мне вот эта сторож здесь у вас сидит. А мы пришли сообщить о фактах крышевания магазинов сотрудникам территориального отдела. Есть доказательства. Это не вопросы, это жалоба к вам, как ответственным лицам. Так пусть к нам спустится кто-нибудь, я инвалид второй группы, я писать не могу. Где Елена Викторовна? Вот мы у нас предбанники держим, здесь двое росгвардейцев, здесь парень, представитель МВД, лейтенант, и я и трое журналистов. Так давно пора спускаться, а не совершать ложный вызов полиции и Росгвардии. Трубку повесила. Хорошо еще успела седлать, короче, эту трубку вместе вот с этой преступницей некомпетентной. Короче, 25% Роспотребнадзора люди, которые любят пожрать, 25% люди, обладающие противозачаточными свойствами, еще 25% 3-14 дарасы и еще 25% XY-еплеты. Все больше и больше. Все на прием? Граждан испугался Роспотребнадзор, просто испугался граждан. Бывает такое. Ну, какие там пути? Попал установить ваши вещи? Прямо. Как вижу, тут и палка. Разбирайся, вопрос. Если вы не признаки преступления, никого нарушения, вы можете попасть. Ну, а вы проезжали? Я в выражении. В данный момент считаю, что она в порядке. Мы тоже на службе. Привлечь вас в определенном деле. Как только будут основания, я вам предоставлю документы. Нет, я ни от чего не отказываюсь. Я основание. Четыре основания. Я что-то нарушил? По данный момент есть признаки. Признаки составлять протокол, протоколы. Майор. Ну, к вам уходит. Неужели? Здравствуйте, что вы хотите? Здравствуйте. Здесь представьтесь для начала. Главный специалист, эксперт отдела по работе с обращениями граждан. Имя, отчество? Федотова Елена Викторовна. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Ну, фамилия? Для этого достаточно. Не считаю. Я гражданин Российской Федерации, житель города Санкт-Петербурга. Это Александр, я тоже Александр. Ваш вопрос. Смотрите, я приобрел вот эту продукцию месяц назад в магазине, у меня чек есть. Угу. Вот. И продукция просрочена больше, чем на полгода. Она предназначена для детей, для детского питания. Угу. Я хотел написать заявление в Роспотребнадзор вам. Пожалуйста. И сдать эту продукцию, приложить. Меня не пустили и никого не пригласили, с какой-то целью вызвали на нас сотрудников. Мы ничего не нарушали, ни общественный порядок, ничего. Вот с какой целью ваш работник, да, пугает нас полицией и отвлекает специализированные службы от несения ими деятельности. Так, значит, по вашему вопросу, вы можете обратиться в управление, написать заявление. Ну, здесь же управление, мы правильно пришли? Можете почтовый. Он туда не лезет. Значит, почтовый ящик, либо заявление вы можете направить через сайт, через портал госуслуг. Я не могу сам объект вам отдать. А мы это не принимаем по закону. Мы не принимаем продукцию никакую. Мы принимаем только обращение граждан. Мне надо удостоверить. Для чего вы тогда существуете? Хорошо, Елена Викторовна, другой вопрос. Если этот пакетик детского питания... Мы просто не имеем права брать никакую продукцию. А вы можете вопрос дослушать мой? Да. Если этот пакетик вполне может являться доказательством совершения как минимум административного правонарушения, на основании чего вы его не имеете права, сказали, принимать? Значит, я еще раз вам повторяю. Вы можете подать заявление, обращение, изложить полную суть вашего вопроса. Пожалуйста, кто со у нас всеми примет? Реквизитами. Оно у вас готово? Нет, я хочу написать. Устно, письменно? Значит, принимайте, я могу пожалуйста. Вам сейчас дать бумагу, ручку. Устно. Через какое-то время взять у вас это заявление, зарегистрировать, дать вам входящий номер. Хорошо, это его вопрос был. У меня другой вопрос. Если он относится к моей сфере деятельности... К вашей сфере, непосредственно. К вашему управлению Роспотребнадзора. Здесь только управление нужно. Я еще раз вам говорю. Если по обращению граждан, я вам сказала.
Если другая информация... Это был вопрос Александра. Да? Я пришел по другому вопросу. Просто мы решили совместить его визит и мой визит. И вот у меня совершенно другой вопрос. Тоже с детским питанием связан, но еще и с сотрудниками Роспотребнадзора одного из территориальных отделов. Вы же в управлении, правильно? Тогда еще раз повторяю. Елена Викторовна, объясняю ситуацию. Пришел в магазин «Перекресток» 13 апреля, улица Уточкина, дом 4, город-герой Ленинград, Приморский район. Мной была совершена покупка детского питания кабрита на козьем молоке для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев. Данный товар оказался с истекшим сроком годности, чем были нарушены мои права как потребителя в части статьи 5 пункта 5 Закона о защите прав потребителей. Я приехал на следующий день, со мной Кирилл даже был, не даст соврать. Но когда я к ним приехал, я увидел следующую картину. Я пообщался с директором, я вызвал наряд полиции, ну, сказал, чтобы участкового прислали, то есть должен быть осмотр, вам должны передаваться, ну, не вам, а в территориальный отдел материалы в рамках 879 приказа МВД. Я вышел покурить на улицу, мы там тоже сюжет снимали про детское питание, и я увидел автомобиль. На борту было написано «Роспотребнадзор», я его увидел припаркованным на тротуаре с нарушением. И там сидел мужчина-водитель. Я к нему подошел и поинтересовался, они что, в «Перекресток» приехали? Он сказал, что да. И там в «Перекрестке» сейчас Надежда, сказал он, Никаноровна есть такая. Он также сообщил, что Надежда Никаноровна специалист по смывам. Я сначала подумал, что это специалист по сортирам, унитазам там и прочее. Но потом мне пояснили, что это такие вот лаборанты, да, которые берут пробы продуктов, проверяют на качество. Я попросил директора, директор общался нормально, адекватно, не боковало, как некоторые делают. Попросил позвать представителя Роспотребнадзора, который в данный момент находится в самом торговом предприятии. К нам вышла женщина, она была без маски. Кроме того, мы показали сыр из будущего, это было 14 апреля. На маркировке было, что сыр произведен 16-го. Она прям отмазывала магазин. Вот, да, давайте я вам видео покажу. Да, хотите, нет, покажу? Нет, не хотите? Не интересно вам представителям управления? Нет. А про детское питание она сказала. Отдали бы вы им и сказали бы, чтобы они списали. Все. Никаких санкций они не хотят выявлять. Они не хотят работать. Они против своего народа, судя по всему. Как такое может происходить? Вот мы приехали на эту Надежду Никаноровну оставить сюда в управлении жалобу как на представителя территориального отдела Роспотребнадзора. И так как я являюсь инвалидом второй группы, я при письме, при написании текстов испытываю острую физическую боль. Я вас поздравляю с тем, что вы у меня обязаны мою жалобу принять в устной форме, или секретарь ваш, написать все это на компьютере, напечататься и дать мне на подпись. Я? А вы тоже не относитесь к Роспотребнадзору? Вы коллега вот этой бабушки-сторожа. Я еще раз повторяю процедуру, как вы можете подать заявление. Так, как я могу подать? Еще раз обращаетесь письменно. Не могу я письменно. Я испытываю острую физическую боль при написании текстов. У меня справка есть. Я не уполномочен писать за вас ваше заявление. Серьезно? 59-й федеральный закон. Там нет такого. Телефон, пожалуйста, возьмите в руки, загуглите. И когда вы прекратите как присылать отписки? Как я напишу? Я не уполномочен отвечать на эти вопросы. А кто уполномочен? А кто уполномочен? Пришлите нам его. У каждого обращения свой исполнитель. Как вы относитесь к детской просрочке? Я не уполномочен отвечать на эти вопросы. Они не входят. То есть пускай ребенок травится, да? Я вам не обязана. Вы вышли, как не обязан говорить? Вы к нам вышли на улицу травится. Осуществлять прием. Пойдем, вы к нам вышли прием. На улицу, вы стоите на пороге. Поэтому я вам вот в грузинский кабак вообще предлагаю отойти. Вот детская просрочка на полгода. Вот возьмите, посмотрите. Да неинтересно, Александр, неинтересно. Зачем вы здесь получаете зарплату? За что? Вы все понимаете, только вам на все плевать. Правильно? За маску можете штрафовать, а вот детское питание принять, магазин оштрафовать. Выкрыла, сделая смыву в «Перекрестке» на Уточкина 4, зато же без маски была. Вот детская просрочка, возьмите, посмотрите, вам это неинтересно. Что вы не имеете права? Я не имею права. Так подтвердите, вы с кем вообще говорим свои полномочия? Хватит позориться уже, Роспотребнадзор, прекратите. А пусть сотрудники полиции тогда привлекают их по 559, направляют материал в прокуратуру. Чего?
того. Ух ты. 837 приказ. Ответственно сюда вызывайте. Вызывайте сюда ответственно. Вы ответственно вызывайте. Ответственно вызывайте. Ответственно вызывайте, пожалуйста. Вы можете сейчас. Ответственно вызывайте сюда, пожалуйста. Ответственно вызывайте. Вызовите ответственного. 737 приказ читать нужно. Министр для вас писал, а вы даже не... Министр это... Министр за клоуна, видимо, держит. Как вы хотите, чтобы я принял у вас устное заявление? Протокол принятия устного заявления в руки и принимайте. Не надо позорников из Роспотребнадзора крышевать здесь. Иван Анатольевич, здесь начались оскорбления. Что там с договорком? Сотрудник полиции, это все совершенно. Значит, не знаю, знакомый. Откройте, пожалуйста. Ребят, трансляцию, знакомые, репостами. Это оскорбилась дамочка. Коллегам, которые подвозят, например, протокол принятия устного заявления и все. Ответственный руководитель установления по федеральному району, капитан полиции, он Артем Анатольевич. Так, с кем имею честь? Меня Александр. Леонидович. Проблема. Проблема в том, что я согласно 736 приказу хотел майору подать устное заявление. Он сказал, что полиция не принимает устное заявление. Значок номер 20. Примем устное заявление, но шестерки, ваши 9. Данные, ваш контактный номер телефона. Все продиктую. В чем суть вообще проблемы? Основная суть проблема в том, что я купил детскую просрочку, принес в орган, который занимается контролем за реализацией. Вот мы сейчас знакомимся. Он не хотел звонить в полицию, как это иногда бывает, чтобы протокол осмотра, а хотел напрямую принести. Полгода этому детскому товару. Вот принес соответствующий орган. Зашли туда, бабушка боксер вызвала на нас всю вот эту вот бригаду. Все? Ну что, товарищи полицейские, мы благодарим вас за оперативность. Чем смогли, мы вам помогли. Ну да, от нас заявление-то приняли. Передадим его обязательно.